сделать полную диагностику организма, получить высококачественную медицинскую помощь, пройти лечение в одном из крупнейших научных учреждений страны. Теперь это доступно пациентам клиники «Аксиомед». Медицинский центр Серпухова с прошлого года тесно сотрудничает с больницей Пущинского научного центра РАН. Обо всех преимуществах такой работы расскажет моя коллега Кристина Маслобойщикова. Евгений Ивашков, 82 года. На пенсии давно, изучает языки, занимается живописью. Неожиданные цветовые переливы и мягкие тона на белой бумаге снимают напряжение, уменьшают тревогу. Однако в таком солидном возрасте скачков давления удается редко избежать, а ранее прописанные лекарства и вовсе перестали работать. Поэтому год назад Евгения Леонидовна решила обратиться к кардиологу в «Аксиомед» по совету знакомых. К доктору Александру Владимировичу. Он выслушал все мои жалобы, предложил лечь на обследование хотя бы несколько дней, чтобы пронаблюдать за тем, как будут действовать на организм другие препараты. Благодаря его рекомендации я легла в Пущино, где он имеет основное место работы, и там пролежала несколько дней, и он мне прописал другие препараты. Всего 4 дня лечения, капельница, ежедневные кардиограммы, полноценный отдых и питание. Все это необходимо для того, чтобы отследить реакцию уже взрослого организма на новые лекарства. «Аксиомед» – единственная клиника в Серпухове, где работает программа сотрудничества с больницей Пущинского научного центра РАН. Это уникальная возможность пройти лечение в одном из крупнейших научных учреждений страны по полису ОМС. Так пациенты получают комплексный подход к лечению – от первой консультации в стенах клиники «Аксиомед» до сложных высокотехнологичных операций в Пущино. А уже после – реабилитация с физиопроцедурами в Серпухове. Барокамера в ее случае она полезна, потому что человек возрастной. Организм уже не так хорошо усваивает кислород. Потом пожилые люди все-таки не так активно бывают в тех местах, где можно получить большую дозу кислорода, да, они меньше гуляют, и в силу возрастных изменений в организме уже обмен веществ не такой активный. В клинике «Аксиомед» полный спектр диагностических услуг, от клинических анализов до УЗИ сердца и сосудов, современное оборудование экспертного класса, электрокардиограф с функцией холтеровского мониторирования. Они позволяют точно оценить состояние здоровья пациента. В курс лечения входит и магнитотерапия. Аппарат «Мультимаг» помогает восстановить ткани и ускорить процесс выздоровления. Я чувствую себя прекрасно, очень замечательно. Во-первых, что есть какая-то уверенность. Раньше боялась даже мерить давление, потому что, ох, а если оно потекло, стало подниматься вверх, что делать? Вот. И сейчас я этого не боюсь. И я хочу сказать, что вот этот центр в Серпухове, тоже считаю, что это очень хорошее заведение тут, потому что замечательные врачи, подбор их, к которым люди чаще могут обратиться. Преимущество сотрудничества клиники «Аксиомед» и Пущинской больницы – доступ к передовым медицинским технологиям, а также ведение пациента от первой жалобы до полного восстановления.